Всем привет, дорогие друзья! Всем доброе утро! Всем вам хорошего настроения, здоровья, счастья, любви, удачи, мира и добра. Будьте здоровы и счастливы. У нас обычный день. Кто-то уже занимается делами. Серьезно так. Лешик пошел в магазин. Нужна сметанка нам. Пошел за сметанкой. Вот. Илонка делает окрошку. Будет у нас окрошка. Обожаю окрошку. Люблю. Вот. А у меня сейчас посадки. Хочу базилик высадить в помидорках. Помидорки пошли, начинают зеленеть уже. Так вот, более-менее отходят. Да, теперь, ребята, я вижу, вот мне писали там про эти горшочки торфяные, что в них очень плохо чувствует себя рассада. Не знаю, может, они пропитывают их чем-то таким, но рассада на самом деле просто ужасная. Так что, если кто захочет попробовать, лучше не пробуйте. Мне просто не захотелось пересаживать вот это вот, потому что уже высадила горшочки эти, когда мне написали. Но лучше бы я это сделала. Ну ничего, зато теперь у меня есть опыт, ценный опыт. Теперь я навсегда запомню, что в торфяных горшочках рассаду лучше не садить. Да. Может быть, раньше они и были нормальными, а сейчас из чего их делают, что туда добавляют? Может, какой-то клей, может, что, не знаю. Какую-то химию, которая угнетает рассаду. Так что... Ну, вы сами видели, какая рассада. Фиолетовая какая-то была и дохлая такая. Поломал, поломал? Да? А ну-ка скажи, поломал? Поломать? Да, поломать. Да. Баба. Так, ладно, пойду работать, ребята. Солнышко у нас сегодня, денечек хороший, ветерок такой, чуть слегка, правда опять с севера, опять такой он прохладновастенький. Вот. А куда ты пошел? Потом пойдем. Давай потом пойдем. Ветерочек прохладновастенький, ну более-менее так тепло. Более-менее тепло. Да. А вот и дед идет. У нас бельишко сохнет. Постиранное. Люблю, когда во дворе висит белье. Чистота сразу такая. Ощущение свежести. Такое чистоты. Дед купил что? Покажи. Все купил. И пивка нам, у нас там рыбка еще есть. Пельмешки взял. И сметанку, да? Да. Вот хорошо. Вот. Хорошо? Да. Да. Окрошку есть, а да, мы будем окрошку, а тебе пельмени сварим. Ой, боже мой, Лиля подлезла. Лиля, я тебе. Лешик, привет! Привет, привет, привет. По поводу Лешикиной одежды тоже писали. В одном и том же. Ну что, это его дело, ребята. Вы поверьте мне, вот здесь вот в деревне на многие вещи смотришь намного проще. Да. Кого это должно волновать, да. В чем Лешик ходит? Ну, вот такие у него. И брюки все вот такие. Ему нравятся камуфляжные. Брюки все такие. И рубашки. Вот у него две такие рубашки.
Еще прохладно. Он их вроде снял, опять надел, потому что прохладно. Главное, чтобы оно было чистое. А в чем он ходит? Почему это вас должно волновать вообще? Точно так, как и про бардак у нас во дворе. Какой бардак? Где бардак? Где вы видите бардак? Ну, для вас, может, и бардак. Для нас это норма. Вот так. А мне нравится такой бардак. Траву придет время, мы скосим. Тоже многие пишут там. Тоже пишут. Срочно косить траву. Срочно. Почему? Ну, мы сами решаем, когда нам косить траву. Поверьте, нам виднее, когда ее косить. А дуваны полетят в любом случае. Даже если их скосить. Помощник. Ой, помощник. Траву. Ты курочкам траву будешь рвать? Давай, давай. Упал. Поднимайся. Поднимайся. Давай. Вставай, вставай, вставай. Вот так. Вот. Молодец. Леша, говорят, у нас бардак во дворе. Кто говорит? Ну, а доброжелатели. А у них? Не знаю. Ну, вот, я пока. Помощник растет. Да, да, да. Почему мы не косим траву? Зачем ее косить? Пишут, ну, срочно косите траву. Какая косит? Приезжают и косят. Ну, скажу я, ну что, эти дуваны опять полезут все равно. А, нарвал? Все? Много? Много, да? Вот. Курочкам понес? Ну, да. Давай, давай. Еще? Давай. Надо Сереге звонить, там очень хороший трава, он там. А? Очень хороший. Так, бабы работа стоит. Бабы работа стоит. Клубничка поднимается как. Скоро зацветет. Вот так, давай, бросай. Зови, цыпа, цыпа, цыпа. Цыпа, 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 цыпа. Цыпа, 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 цыпа. Цыпа, цыпа, цыпа. Зови, зови. Ого. Вот так вот. Вот так. Мало? Да. Скажи, мало. Скажи, клюйте. Сколько? Вот так, клюйте. Кушайте. Еще. Еще? Да хватит, хватит им. Пойдем, потом еще нарвем. Да. Еще. Еще. Решила лапушка что-то подсадить. Что-то тут не пошло. Что-то не срослось. Да, хочу. У меня вот эти вот перчики такие хорошие в этих. Это перец, который я покупала в этом в магазине. И с него семена сразу взяла и посеяла.
такой вот хороший, не знаю, какой будет урожай. Но я решила, он такой зеленый, такой прям красивый. Вот эти вот, где самые плохие, убрать и подсадить этот. Подсади. Так что, вон красота. Такой вот перчик вот. Ага. Прям зеленый такой, да? Есть разница, Лешек, видишь? Конечно. А? Да. А я тут, ребят, лягушку увидела. Попрыгушка. Спряталась. Ну да. Беги, никто не будет тебя трогать. Ай. Надо ее туда на траву выкинуть. А тут уже трава вон прет, ну, во всю. А куда от нее? Это трава. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, вот это вот. Ну, какие, толстенькие стебли, да? Да, зелененькие. Ага. Прям красота, а не перцы. Вот этот еще надо. Уже облетел. Ну, облетел, значит, выкинул. Тут вот и маленькие, но они зелененькие такие. Такие классные. Так, где какие ты? Еще самые плохонькие? Вот это вот. Вот это, да? О. Вот они хоть маленькие, но они сейчас пойдут быстренько. Так, где еще? Там вроде нормальненькие, да? А вон он, вон там какой-то. Да не, он пошел сверху, уже пошел вроде. Пошел, да. А, пошли. Ну все, да. Пока, все пока оставь. Вот этот я смотрю. Какой-то. Что на него смотреть? Да. Вот еще два осталось маленьких. Вот еще один. Ай-яй-яй. Мама! Ау! Один! Ты воду не носишь? Да. Ну только не обливайся. Ладно? Да. А то мама нас заругает. Ну что, Лешек, один остался. Куда его? Какой? Ну, вон туда, вон вообще посади. Пускай один. Баба! Вот этот нож. Ну этот. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Саша. Вот так, зеленый. Иди, вон бабушка покажет, где поливать. Да. Все, и у меня вот еще базилик. Вон. Угу. Куда-то посадить надо, да? Наливай сюда, наливай. Давай, давай я. Давай. И сюда. На. Выливай сюда. Помощник мой. Маловато. Так, и сюда еще налей, вот сюда налей. Да, давай. Вот так. Умница моя. Вот так. Молодец. Ну вот, все. Вот. Высадила базилик. Там фиолетовый. Тут, конечно, густовастенько у меня получилось все. Ну ничего, помидорчики поднимутся, нижние листочки мы оборвем, и все будет нормально. Потом и верхние. Вот и перчики тут он зелененькие. Уже все, все хорошо. Вот. Сейчас хочу вырвать вот эту вот редиску. Она там уже с нее ничего не будет. Осталась мелочь одна. Вот, вырву. Тут грядочку доделаем. Лешек уже привез вон компост. Сюда добавить, перекопаем и досажу. Досажу сюда пузатую хату и высажу, наверное, китайский огурец сюда. А что у меня? Тыква там. Есть китайский огурец, кабачок. Вот, а огурцы что-то у меня плохо взошли. Там, по-моему, два парочка есть огурцов таких вот. Или кураж? По-моему, кураж.
А то что-то плохо огурцы не взошли. Я не поняла ничего, почему. Ну ладно, как будет. Надо будет, буду перед тем, как буду садить огурцы, замочу их, чтобы было видно, какой проклюнулся, какой нет. Вот. Вот так. Фух. Жарко. Надо идти раздеваться. Жарко. Или может потому что... Да нет, ветра нет сегодня почти. Временами так поддувает, но тепло. Тепло почти как летом. Уже можно снимать теплую кофту, надевать футболку. Ну, правда, с безрукавкой, потому что по спине еще так вот прохладновастенько. О! Лешек кофе несет. Ура! Так, 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 ты уже болтаешься. Хватит поливать, хватит, все. Саша, сейчас попью кофе, полью базилик и перчики те, которые посадила, которые еще Саша не полил. Что? А что дверь не закрыл? Нехрена женщин бабу. Кофе в постель. Кофе в огород. Алешек приносил мне один раз когда-то. Кофе в постель. Это тогда еще с розочкой. Это тогда еще с розочкой вместе. В конфетно-букетный период. Да, пойдем отдыхать, пойдем с дедом. Хочешь утром кофе? В огород. Ничего не сделала? Кофе нет. Да? Да. А? Чая? Ну, сейчас принесу. Сейчас принесу тебе чая. Будем пить. Вместе будем пить, да? Деда. Деда пьет, да? Там вот стоит холодно. Да я знаю, сейчас смотри. Ой, ой, ой. Митяй пришел. Ой. Это. Ай, хорошо как. Где ты лазил, Митяй? А? Ах ты ж барбосяка. Вот красота, а. Лиза там. Варвары теперь нет. Варвара где-то залегла. Митяй! Лильку трогает. А здесь же земля деревянная. Ой. Что? Малыши. Малыши? Карандаши. Вон какие махонькие. Малыши. И тут еще сейчас посадим. Посадим. Ой, червячок. Ну и ладно. Пускай. Вот так. Ой. Шпингалеты. Ай. Вот так, так. Еще осталось сколько? 2, 3, 4. Надо куда-то кинуть. Ой, аж голова закружилась. А что ты хочешь? Вниз, вверх, вниз, вверх. Так, ладно. Сейчас придумаем, куда посадим. На эту просто в бочку. Не, в бочках будут петунии. Угу. В бочках потом петунии. Сейчас пока чуть-чуть попозже. Сейчас еще рановастенько. Потому что в том году рано посадила, а они померзли. О. А. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. А где картошка? Картошка еще не зашла. А, вот, вылезла одна, вылезла. Ого. Вот. Видишь? Ага. Вон она кусит. А, и вон. И вон еще. И там он лезет. Ага. Во. Вот, сейчас вот тут вот. А вот что лезет.
пару кустиков. Вся эта трава. Вот тут вот. Сейчас посажу. Давай. Говорят, колорадский жук боится бархатцев, не любит их. Не боится, а не любит. Вот пускай они отпугивают тут. О. Надо было по периметру сажать. Ну, нету больше у меня. Ну, ладно. Да, и так хорошо. И два там вот сейчас посажу. Давай. И будет у нас картошки немерено. Да? Да. Ой, мне это Марина Ковтун из в Черновцах она живет сейчас. Раньше жила в Черниговской области, а сейчас в Черновцах. И вот говорит, картошки. Ведер 75 перебрала, это сейчас вот в деревне. И еще ведер 50 осталось. Нет, ведер 50, говорит, кому свахи отдала. Вот. И еще осталось, говорит, придется выбрасывать. А, а куда столько? Ну, говорит, вот так вот уродила картошка. Говорит, посадили немного, а ее наросло. Вот и угадай. Вот у нас мы посадили 20 штук. Как нарастет, 4 мешка нам на зиму. И доски разопрет. Марина, привет вам. Привет. Так, вот. Ладно, сейчас посажу вот здесь вот парочку. А это уже лук пошел? Да, это уже лук, Лешек. Вот так, боже мой, маленький такой. Вот здесь вот. Сейчас кину здесь попозже. Охрана. Охрана, да. Высадим охрану. Все, надо полить. Лешек, да. Польешь? Да, пошел поливать. Это земелька хорошая. Все, ребята, на сегодня вот такой у меня фронт работ. Не, вечером еще выйдем, поработаем. Что еще нам надо? А, вечером, может, высажу тыкву, кабачок. Ну, в общем, посмотрим. Там у меня еще рассада, вот кабачок, тыква. Дыня, не знаю, не смотрела, дыня взошла, не взошла. В общем, чего-то там, оно же все одинаковое. И дыня, и кабачок, и тыква, все, все листочки один. Надо посмотреть, почитать, что там написано на стаканчиках. А я думал, что написано на листочках. О, уже клубника, вон, бутончики, скоро будут цвести. Ну, хорошо. Скоро зацветет. Фух. Ну, пошли на обед. Уже, а сколько времени? Сколько? 12. А, 12 уже? Угу. Что там нам Илонка готовит? Не знаю. А крошка? Ну, это ваша, это не мое. А крошка будет. И будет макароны как-то она там запекает в духовке. Да. По-вкусному. Главное, чтобы не жесткие. Пошли. Покривлялись. Да, пошли, Радость. Пошли. Не так. Давай я сейчас переключу. Я сам умею. Сам умеешь. Идет, нарушитель спокойствия. Вот, вот так вот. Вот так. Пойдем. Пускай гуляют. А мы... Подальше, а то у меня фейс не влазит на экран. Ох ты ж. Размочила. Эй, мой Лешек. Пойдем, наверное. Вот такая красивая крошка, ребята. Обожаю окрошку. Просто вот с зелененьким и ты с зелененьким укропчиком, лучком. Она так пахнет летом. Вообще. Вот это вот весь мой обед. Все, сейчас окрошки поем. И все, и хватит. Вот. Рецептик будет у Илонки на канале. Илонка сегодня нам делала обед. Да. Кто нос твой сюда сунет? А? Кто? Саша. Саша? Да. Нос твой сунет. Лезет туда, да? Да. Понюхать, как пахнет укропчик? Да. Ну, понюхай.
Да. Пахнет, ой, как хорошо. Вот такая вот, ой, аппетитная такая. Вот я люблю окрошку с айраном или с таном. А если он еще газированный, вот так, еще с печенькой сверху. Ну ладно. Не, это не надо. Это не надо. Это бабушка уже не съест. Вот это вот ладно. А то потом. Вот, рецептик у Илонки на канале. Ссылочка на канал под видео. Так что смотрите, кто любит окрошку. Какая прелесть. Ты любишь? И я люблю.